Здравствуйте, дорогие дамы и господа, с вами Кабан 25. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пока он еще не настал, на дворе 30 декабря 2012 года. Какой будет 2012 год, никто не знает, но надеюсь, он будет лучше, чем этот. Преподнесет много сюрпризов в хорошем смысле этого слова. И удачи каждому из моих зрителей. Но мы начнем наш ролик с такой интересной темы. А у Кози я уже почти закончил. В 2013 году уже выйдет, наверное, 2-3 ролика заключительных, где я подведу итоги, покажу свой сайт. Вы можете показать мне свой, чему вы научились. И можем даже посоревноваться. Ну ладно, это потом. Сегодня мы будем обрабатывать фотографии. Как вы знаете, обрабатывать фотографии — это очень интересно. Множество программ и онлайн, и всем любимый Photoshop. Но я так думаю, что через год, 2-3 Photoshop просто будет забыт. Им будут пользоваться только профессионалы. Так как в интернете много онлайн-редакторов, которые позволяют делать фотографии лучше, чем Photoshop. Потому что Photoshop все-таки надо уметь работать со слоями, с фоном, добавлять какие-то эффекты. То есть как все делается вручную. А я собрал топ-3 самых интересных сайтов, которые позволяют сделать фотографию красивой, интересной и очень привлекательной. Если, допустим, это будет девушка или мужчина. Я начну по возрастанию. Сначала мы начнем с fanstudio.ru. Этот сайт очень нормальный, то есть русский. Сюда просто нужно загрузить фотографию. Сохранение идет как на винт, так и на пространство, которое предоставляет вам данный сервис. Сейчас мы закачаем нашу фотографию. Эффектов тут не так уж много, то есть, в принципе, не очень-то и много. То есть, все по-простому. Обработать фотографию можно сразу нажать... Автоматическая обработка, сразу появится баланс белого, в правой колоночке отображаются действия, которые вы совершили. То есть, вот, сохранить или получить ссылку. Ну, начнем вот с камеры. Красные глаза, устранить швы, устранить дефект кожи. Но это все-таки нужно чуть-чуть поработать с данным сервисом. Зеркальное, то есть все в принципе есть. Здесь вы можете отключать или включать эффекты, которыми вы воспользовались. Сервис чуть-чуть подтормаживает, но это, в принципе, неплохо. Работает, я скажу, нормально. Повышение яркости, то есть, в принципе, можно. Сразу можно редактировать справа. Жалко, здесь нет ползунка такого. Вот это вот мне лично не нравится. Сразу можно понизить яркость, но это все зависит уже от вас. Насыщенность выше, то есть цветов будет больше добавлено. Оттенок холоднее, теплее, четкость. Также тут есть эффекты. Ну как без них? Это черно-белый снимок. Также есть эффект старины, то есть как будто фотография сделана лет 20 тому назад. То есть очень похожий эффект. Жалко, вот нет ползука, чтобы чуть-чуть отредактировать. Также деформация эффекта, допустим, такой какой-нибудь. Вот, то есть, видите. Ну, в принципе, это уже все зависит от вашей фантазии. В принципе, очень простой сайт, который позволяет сделать не очень, ну, профессионально, но, в принципе, неплохую фотографию. Сохраняем на диск, выбираем название. Выбираем формат, нажимаем сохранить. Он выбирает сохранить, а уже программа, как вы знаете, в настройках задается, куда пойдет ваша фотография. Вот фотография обработанная уже. Вот. Вот есть уже другая фотография. Я обрабатывал ее вот в сервисе, в который я вам продемонстрирую чуть попозже. Ну, с этим мы закончим. В принципе, это не самый простейший редактор, который позволяет вам сделать привлекательную фотографию. Сайт русский, пользуйтесь. Второй по категории — это photoflexer.com. Этот сайт сделан на английском языке. В принципе, он тоже похож на фан-студию, но все-таки чем-то отличается. Ну, во-первых, это ясно самим языком, ну и также
еще отличается тем, что тут побольше эффектов, есть ползунки, то есть здесь возможности чуть побольше. Но все-таки это у нас уже получается второе место. Но первое место занял другой сервис под названием Photo 2. Но с ним мы познакомимся чуть попозже. Сейчас загрузим наши фотографии. И мы чуть отредактируем нашу фотку, которую мы сейчас закачали. Здесь очень много эффектов. Я советую вам попробовать каждый. Но начнем с эффектов. Вот ретро фотография. Видите, сразу обработалось. Сразу можно двигать ползунки. То есть вот это мне нравится. Cancel отменить. Так, ну допустим. Ну вот эту можно попробовать. Сервис надо подтормаживать, но... Сейчас затормозил у меня вроде. Не могу сказать. Да, подзависит чуть сейчас она адаптируется. Вот адаптировался, я уже вижу. Нет, это плохо. Ну, допустим. Вот мне понравился этот сервис. Ждем, пока обработается. В принципе, этот сервис тоже не очень популярный, но, в принципе, пользуется популярностью, что очень странно. Вот, пока обрабатывается, можно сказать, что заходить на мой сайт kabanfm.narod.ru или на kabanfm.ru, слушайте музыку. Этот день и завтрашний будет посвящен только Новому году, то есть будут... старинные песни, современные, новогодние, то есть все, что связано с Новым годом. Также будет много реклам, поздравлений. Также 31 декабря примерно в 6 часов уже будет речь президента, то есть Путина, которую вы все сможете послушать до канун Нового года. Вот, то есть здесь, в принципе, множество эффектов, вот сжатие, то есть, в принципе, как и, ну вот, могу продемонстрировать. Вот. То есть, в принципе, как и в фотошопе. Но здесь все-таки чуть надо потрудиться и поработать с этим сервисом. Но для этого вам нужен очень быстрый интернет. Это я скажу вам сразу. И также знание английского языка. Но перейдем мы все-таки, наверное, на следующий этап. То есть, другой сайт. На... Это у нас Photo True. Он занял первое место в линейке. Он очень интересный. Ну, давайте начнем. Здесь представим множество эффектов. Вот что мне очень понравилось. Вот где-то около 500 шаблонов. То есть есть как анимационный, то есть в формате GIF. Есть вот такие. То есть фотомонтаж лица. Это сейчас вам все покажу. Очень адаптивно. Мне очень понравилось этот сервис. Создает очень быстро... Главные уборы наносит. То есть, вот самый эффект этот, стилизация мне понравилась. Также обрамление, эффект живописи или карандаша, чем я пользовался, эффекты, замена фона. И также вот шаблоны для монтажа фото. В принципе, множество эффектов, которые я советую вам попробовать, но мы вот цветовой фото, фильтры. Мне очень понравился, вот каким я пользовался, допустим. Ну, давайте вот такой выберем. Загружается вот та фотография. Я ее уже загружал. Можно делать и страшилки, то есть вообще, может даже бабло делать. Вот, сохранить на диск и сохраняйте тоже вот куда хотите. В принципе, тут очень адаптивный сервис. Советую вам попробовать. Я не буду слишком много о нем рассказывать, так что просто мне не хватит времени. Выбирайте любой эффект. Ну, допустим, вот карандаша давайте. Ну, вот такой давайте. И выберем нашу фотографию. Все через буквально 3-4 секунды. Все зависит от интернета, ваша фотография обработается. Иногда это занимает и больше времени, когда идет сразу 5, 10, 15 фотографий, то есть это, допустим, это я примерно сказал, примерно 5 фотографий всего можно, это если берет какой-то монтаж, коллаж, а там берется вот именно вот так. Ну вот видите, что получилось, в принципе, это выглядит не очень красиво, но можно изменить
взять какой-нибудь другой шаблончик. Вот можно. Давайте. Живописи. Ждем, пока закончится бородка. Вот, что получилось. В принципе, очень красиво, как будто на самом деле нарисовано. Я советую вам. А, вот. О чем я вам говорил. Иногда на фотографиях появляется ихний сайт. Как это сделать? Ссылочка сейчас покажется. Я там уже убирал фотографии. Могу только сейчас сказать. Или Photoshop вам в помощь. Или программа абсолютно бесплатная, которая называется Photo Thumb Remover. Она очень подходит для данного сервиса. Адаптирована. И вы сможете убрать без труда любой дефект. Я имею в виду текста. Но на этом, я думаю, мой урок подошел к концу. Повторюсь, что ролики о УКОЗе будут выходить уже после Нового года. То есть это где-то до числа 14-го ролики будут уже в интернете. То есть до 14 января 2 или 3 ролика о УКОЗе я сниму. Расскажу уже, подведу итоги. Вот, поэтому смотрите. Также заходите на мой сайт kabanfm.narod.ru. Я очень рад, что вы меня слушаете. Радио постепенно развивается. Также можете заходить к моим партнерам. Это первое железнодорожное радио. Ведет данные радио, то есть диджей Мамиал. Я его прекрасно знаю. Очень хороший диджей. Поэтому заходите на его радио, также заходить на мое. Я очень рад, что вы меня слушаете. Ставьте лайки, рассказывайте друзьям, ставьте руки вверх. Надеюсь, вам нравится то, что я для вас делаю. Еще раз с наступающим Новым годом. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Дьячков. Или если будет искать ВКонтакте и Скайпе, Кабан25. До свидания.